Пацаны, перед началом ролика хочу сказать то, что у нас будет турнир по UFC 3. Да, по UFC 3. Не по UFC 4, а по UFC 3. Потому что человек, который спонсирует этот турнир, играет в третью часть. Он будет проходить 3 октября в 16:00 по Москве на моем канале. Регистрация находится в описании. Заходите, пишите свой никнейм и обязательно почитайте правила. Призовой фонд, друзья, 40 тысяч рублей. Первое 25 тысяч получает, второе 10 тысяч и третье 5. Как мне кажется, отличные бабки. Ну что ж, дорогие друзья, всем привет, с вами, как всегда, Антон. И я очень рад, что я сел снимать ботов, потому что я соскучился по этому контенту. Нормальных поединков не было около уже месяца, это хреново. И давайте начнем с первого поединка, Ник Диас против Робби Лоулера. Сразу напишите в комментариях, за кого вы будете болеть. Я вкратце вам покажу параметры бойцов. Ник Диас в этой части имеет 3,5 звезды, стиль бокс. На самом деле отвратительные показатели, колонка здоровья хорошая, ну и внутренние приемы тоже неплохие. Как мы видим, у него есть рычаг локтя, боксерские комбинации, прямой удар и прямой удар по корпусу. Ну, стоксонский лещ, это, друзья, его фирменная тема с его братом. Робби Лоулер, 4 звезды. По стойке здесь вообще все круто. Грэплинг отстает. По здоровью и по кардио тоже все круто. Восстановление 96, ну это берсерк. Лучшие приемы также перед вами. Общая информация. Итак, кто попал на такой контент впервые, вкратце объясняю, что здесь происходит. Здесь легендарные боты пытаются предсказать исход реального поединка. В этой части не все так хорошо с предсказаниями, но мы не унываем, продолжаем снимать, продолжаем смотреть на это. Ни разу, скажу вам честно, не видел, как играет бот за этих бойцов. Больше всего мне интересно, как он будет вести себя за Ника Диаза. Ударит ли он хоть раз Робби Лоулера своим лещом? Интересно. Давайте посмотрим вкратце выход бойцов, и я сразу к вам возвращаюсь. Great knockout power, crisp, sharp boxing, but don't forget about the kicks of Robbie Lawler. As we saw against Bobby Volkov way back when he got back into the UFC, he has an ability to put guys out in a number of ways. He's finished fights by knockouts, he's won decisions, he's done everything. Robbie Lawler is a true legend. And if you're one of those fans who was watching in May of 2002 when he made his UFC debut against Aaron Riley at UFC 37, you know just how beloved by the MMA masses ruthless Robbie Lawler is. All right, so here he is, the ubiquitous Nick Diaz. It's hard to quantify his contribution to mixed martial arts. I will just lead by saying that this man brought a lot of fans into this sport, and when he fights, buildings still packed to the nines. Yes, absolutely. Nick Diaz has a fan base that will follow him through anything, and rightfully so. He won the Strikeforce Welterweight Championship, defended it in a ton of crazy fights, knocking out Paul Daly, knocking out Marius Zaromskis, yeah, and then coming back to the UFC and getting wins over BJ Penn, fighting George St. Pierre, and then also sharing the octagon with Anderson Silva. So it was only big fights for Nick Diaz because he was such a star and such a draw. And sometimes people lose sight of just how good he was in his prime. 2008 to 2011, Nick Diaz won 11 consecutive fights. Our tale of the tape for this welterweight fight. Diaz is 37, Lawler is 38. Diaz will have the 2-inch reach advantage. Ну что, два старых пердуна. Я вам так скажу, что я все-таки думаю, что победит Робби Лоулер, хоть он и показывал какую-то, знаете, мега-пассивность. Ё-моё, начинается поединок с размена. Мега-пассивность показывал Робби Лоулер. Ему, по сути, просто нужно немножко включиться в поединках, и все получится. Не знаю, с чем это связано, ну вот именно вот эта пассивность. Он просто забыл, как драться, наверное. Ник Диаз дрался, в свою очередь, когда у меня еще волос на письке не было, поэтому у парня огромный простой, это может сказаться. В этом поединке, где они бьются у меня вот в игре, хрен его знает, кто выиграет.
У Робби Лоулера намного мощнее удары. Ник Диас. Ой-ой-ой, кстати, был тейкдаун, а Робби пытался, так скажем, поймать его на апперкот. Что-то хотел сказать про Ника Диаза и забыл. Бой у нас, друзья, трехраундовый. Очень много бойцы клинчуют, как ни странно. Все-таки вроде бы как два ударника. Ник Диас еще может удивить, да, Робби Лоулера своим умением вести переговоры. Охренеть, моментище. Вести, хотел сказать, переговоры на земле. То есть парень знает джиу-джитсу. Оверхенд. Робби Лоулер все ловит. По воздуху. Только что пытался попасть Ник Диас. Это было удачно. Робби Лоулер хорошо степает, хорошо уходит иногда, но Нику Диазу без разницы. Он говорит, дружище, это первый раунд, и у нас всего их три, стамины хватит, поэтому принимай. Размашисто только что работает, сработал Робби Лоулер. Охренеть! Просто сколько он дал апперкотов? Три или четыре? Посмотрите, сколько клинча. Я так давно не комментировал бои ботов, если честно. Я не успеваю все. Хотя, наверное, я раньше и не пытался все прокомментировать. Только самое интересное, Ник Диас начинает просаживаться по голове. Хорошая вертушка по корпусу. Ой-ой-ой, что это за багованная дичь? Робби пробивал фронт, но Ник Диас каким-то чудесным образом не засосался с его коленкой. Робби пытается работать возле сетки по голове. Ник Диас придерживает его руку, пробил пару раз коленом. Пока что пацаны просто не дают друг другу отдохнуть. Постоянная рубка. Мне кажется, что в жизни будет совсем по-другому. Мне кажется, эти ребята просто отбегают три раунда и будет какое-то, знаете, такое мерзкое решение. Неинтересное. Если вот так вот пацаны будут рубиться, да, как будто у них задача стоит вырубить друг друга и выйдет с октагона только один. Вот тогда это будет интересный поединок. Когда тебе почти 40, и тебе на протяжении последних 20 лет отбивали голову на спаре. Опа! 10 секунд, друзья, и Ник Диас начинает исполнять свой лечь, так скажем, принижать Робби Лоулера, чтобы он посидел в углу, когда угловые будут его там вытирать, попить ему давать. Думал, да? О своем поведении и об этом леще. And he's so good at finding that sweet spot. That spot that really does usually in the night of your opponent. He's a fantastic performer, and he's doing a great job tonight. Had him hurt, almost finished. Look at him on the stool. He's still wobbling. This round, I want you to put the pressure on. Get right in his face. Второй раунд. Сейчас мы по здоровью немножко поймем, кто впереди. Робби Лоулер впереди по здоровью, но вот этот джеб прямой был неприятен для него. Ой-ой-ой, как же сильно только что был пробит Ник Диас, он потерял блок. Очень много пропустил по голове. Ник Диас вообще не хочет ставить, так скажем, броню свою. Он ее не подключает, он иногда просто принимает репой. Хороший боковой, прямой плюс мидлкик от Ника Диаса. Робби Ловер не то что реже бьет. Ай-яй-яй, Ник Диас начинает денсить. И это все, друзья, хайкик. Ник Диас падает лицом в песочницу. Робби Ловер не хочет его добивать. Наверное, боится, что если Ник выживет, он сможет его там задушить. И это, кстати, правильный маневр от берсерка. Поэтому будем смотреть, что дальше будет происходить. А Ник Диас не стесняется, залетает на эту тусу и начинает обрабатывать своего оппонента граунд энд паундом. Переход в полугард, отсюда у него есть, так скажем, возможность. Ой-ой-ой, пацаны. Это кимурочка. Кимурочка и цепь. Походу, Ник Диас сейчас заберет, друзья, этот поединок с помощью рычага локтя. Бля! Я хотел нокаут, пацаны, ну почему? Самое неинтересное в этой игре — это смотреть, как боты проводят друг другу болевые приемы. Самое интересное, неинтересное. Потому что в 100% случаев Ник Диас или кто-то другой, кто проводит болевой, отнесет на прилавок магазина эту руку, потому что он ее оторвет. Вот сука.
Если вы хотите посмотреть настоящий поединок, то ссылочка будет в описании на наш телеграм-канал с Денисом. Переходите и подписывайтесь туда. Вот такой получился бой. У ботов одна попытка. И эта попытка перед вами. Бой был очень классный вот до этого момента. Нигде просто... Я ж говорил, кстати! Робби Лоулер не полез, потому что вот этого и боялся. И Ник Диас это исполнил. Как обычно, хочу пожелать вам и вашей семье крепчайшего здоровья. С вами был Антон. Всем всего хорошего и до скорых встреч.